Thank you.
опять бедствую, мама. Опять. Ты не ладно? Ну, вот вам. Дождались, а? Что ты на меня так смотришь, будто первый раз сам увидел? Не знаешь, что, да? Или что?
откололась все равно. Девочка, Солнышко, нас ведь опять затопило, опять, Девочка, а была бы жива твоя малочка, но бы победила. Вот бы она увидела твоя малочка. Ты еще дедушку вспомнила бы, что ты имеешь, что совсем что ли коротит я. Ты моя мамочка ни разу не видела. Таракан раздает, и не все. Японский бог. Мама, я писать хочу. Иди в комнату, ведерко поставь. Еще чего? Только в комнате мне не хватало. Что из крыльца? Как же ты не слышала, а? Да дождя, говорю, совсем не слышала, зараза. С молодым мужем не мудрено. Правильно. Вот уж правильно, Павел Васильевна, верно. Ты своим муженьком только и делаешь по ночам, что прислушиваешься. К дождю ли, к тому, что за стенкой творится? К Штирлице иди, к той мать. Это не про тебя песня поется. Каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. Вот. Только и делаешь, что слушаешь. Я прислушиваюсь. А? К чему это я прислушиваюсь? А? А! Ой, я же сильно не бесили. Когда это я подслушивал? Когда это было такое? Нет, ты мне скажи. Скажешь нет! Да ты чего, Фаня? Чего? Ты чего слова придираешь и сказать ничего не можешь? Ты чего, Фаня? Чего так? Со всеми с вами надо! А то взяли воду! Ишь!
я тебе на работу, да? А похмелиться тебе, гадина, вот тебе, вон тебе твое похмелье, поразительно гадина, а вот тебе, хлеба из лужи, гадина поразительно, все! Когда мы все, понимаете, все пойдем на прием к председателю горосполкома и скажем, нет, потребуем, чтобы нас выселили отсюда, выселили в благоустроенные дома с ванной, канализацией, мусоропроводом. Ну не может же, товарищи, мой Николай один что-то сделать. Он ходил на прием, но ему отказали. Вернее, ему пообещали в скором будущем. Но, товарищи, когда оно наступит, это светлое будущее. А... Ой... Слышали мы уже эту историю 1000 раз. Надоело. Мой Николай, да мой Николай. Динара Васильевна, вы не правы. Не правы. Разве мы не достойны лучших условий? Ведь из подвала, людей выселили 2 года назад. Вода потому что бежала, не было житья. Ты вылежал, ты. Хорошо вам говорить торгашам. Вам ваш торг все сделает. Вы, торгаши, все купите. Мы, работники народного образования. Ой, народное образование. Да видали мы в гробу такое образование. Торгашам, торгашам, пристав. Да сама ты! Так и проторчи тут, как... Не знаю где. А ну, мать,
Ваша учительша, какая она к черту учительша, как ребенка воспитывала, дал в лоб, дал в лоб. Вот и выйдет с него после убийц вроде этого Анвара, Арминия Тюркина. Что вчера делал ты опять, помнишь, нет ли? А чего? Ругался шибко, матерился, он поленницу свою завалил, кричал, мешанство заело. Это какое такое тебе мешанство заело, а? Не дрался хоть. Не, бог мир вообще, но бронился шибко. Ну, это ерунда. Хвораж? Воровка-то не подастся, похмелиться не подастся. А у нее есть? У нее все есть, не подастся. У нее снег зимой не выпустишь. Как мне просила пачку маргарина, чтобы принесла из лавки. Как просила. Даже не подумала. Одно слово шалашовка и воровка, а муж ее чернозадый убийц. Кого он убивает? Он не убивал, так он все. И рожа не такая же черная да лохматая, как у убийцы. Она воровка. Слышал сто раз. Ну, на всех, а? На всех глубинах ты это обсуждаешь, а? Надо же, меня вот все это по-разному рассказываешь. Вовка, я твой, не ожидаю. Да мне да что? У меня во. Старинный русский недуг. Нужна там в исполкоме. Фу.
Светлану Крыльцову. Как воды-то начерпнула, а так вот страх-то меня как? Ай, ну как? Не убил ты. А? Страх-то, говорю, не убил тебя, нет? Ох, дух у тебя тяжелый такой. Чего смурной? Ну, угадай, Серега. Нравишь, что ли? Ну, сразу же точно. Какая-то у меня смешливая и загадливая. А похмелить тебе, что ли? Пошли уже. Только вода отпадет, и таскаешь мои дрова в строевушку, понял? Простой, не грусти, не плачь,
Раз, два, три, четыре. Поставьте ноги и шесть плеч.
гимнастики. Так, руки в сторону, ноги вместе. Дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руку за голову. Три. Раз, два, три, четыре. Больше этого сильно. Стишок тебе расскажу. Вышел заяц на колесо, почесать свое лицо. Сунул руку вне лица. Так и пухнулся. Скрыться. Дурак. Ребенок ты. А что ты вам сказал? Да это не ребенок, господи, знает. Больше нашего с тобой знает. Ильич! А вот смотри. Как мамка с папой детей-то делает? Да ну! Ну да. А про папу не встречается по волнам, а про папу не встречается по волнам, а в трюме макросы, макросы, карьера, дивина, ра-ра-рам. А знаешь, что такое карьера, ра-ра-рам? Да. Во! Ребенку четыре сразу из тысячи отличишь. Образование одно слово. Вова. Вов. Ну как же я на работу-то, а? У нас привезли поле. А вот дашь пятнашку перенесу тебя через лужу. Уж пятнашку. А ты как думала? Тут лужа чуть не по пояс будет. А сегодня 15 сентября, кому же на улице плюс 3? Ну, скажи еще, что водка дорогая меньше стала. Ну, правильно, и водка меньше дорогая стала. И холод собачий, а я вот тебя за гор вышеки не торгую, продажная душа. Юморил. Юмор у него такой, надо же. Наше дело предложить вас отказаться. Милого, пятнашка много. Ну, до чего народ на чинагле пошел, друзья? Это тебе, да, Кирилл, на работу-то пойти, а? Или мне? Это тебя сегодня ревизия ждет, или меня? Ну, а то нас плескало синее море в рукомойнике, ну. Пусть рыбу съесть, задницу не ободрать, так что ли? Ну, дай пятнашку и сиди, ладно? Дай-дай, дай уехал в Китай. Так. Ругаюсь, потом вот этими самыми руками будете хлеб брать. Лука, а ты давай здесь, а то получишь по лебеду, получи! Ну, ничего, бурует, как подаст, хрен поймешь. Сейчас! Сейчас твое! Давай, давай, перенесусь до черепа. Ты что, крыша? Давай, говорю, перенесу тебя через лужу, пока я его мамка на постель не убрала. Thank you.
разум, здравствуй, дурь. Садись. Быстро садись. Погоди. Погоди, не вызывай. Если вы тут на суточке. Суточки. Ну? Особенно, да. Мы сейчас с тобой как дети, бегущие от грозы. Картинка есть такая. Ah!
Давно пора. Вчера ли тебя привязал? Ой, что за человек такой? Прости, Господи. А, весело у нас, а денек-то прелесть какая. Денек-то хороший. Раскинулась молодость. А вам? Динара Васильевна! Ира! Ну где вы там? Визит управляют, я не могу выйти. Кто у нас сегодня? Ира Серегина, ты их визитой. Так, тише, идет Динка.
Ага. Минушка. Нет, ребят. Вопрос горбаком надо будет решать. Ну что это такое, скажите мне на нем, да? Да решай, не решай. Будем тут сидеть и пуковать, пока вода не спадет. Есть даже поговорка такая, жить у воды. Я даже где-то читал в газете. Вечерки, по-моему. Статья так и называется. Жить у воды. О спортсменах, водолыжниках. Ну ты, постоянно жить у воды, постоянно тренироваться. При чем здесь тренироваться? И кто у нас тут должен тренироваться? Я. Помогу. Я говорю о нас, живущих. Живущих у воды. Тогда уж в воде, так точнее будет. Ой, хорошо. Сейчас мы маленькие. Никакая простуда меня не взяла бы. Смотри, что весь насквозь спиртованный. Помыкаем потом и вид. Пока!
вообще-то люблю артистов балетов, а тут этот был, ну как его фамилия? Ну Клеонт он еще играл. Клиент? Это у вас таксисты клиенты. А тут был Клеонт, такой герой такой. Ой, о чем это я? Да не милите интеллигенции по театрам, а клиентам шастых. Я что могу сказать, Робя? Хорошо, сиди. Да, может, там ты ручки сделаешь? Да. Сиди, сегодня ты уже один раз бегал. Может, пойдем что-нибудь, а? Все потом попали на рара. Я что хочу сказать, вы понимаете?
понимаете, как они, так и мы на плоти. Или как на корабле. Точно! У них никогда не было. Я пятнадцать лет работал. Учили, как это мне наше. Да! Послушайте, а где у нас Борис Анатольевич? Да спит, наверное. Ничего тебе спит, ничего тебе спит. Ничего тебе. Ну какой бедлам. Мертвый проснется. Мертвый? Борис Анатольевич. Борис Анатольевич. Борис Анатольевич, вы слышите меня? Thank you.
закон. Стало быть, возможно... Значит, закон. Умер. Что, один покурить выходил вечером. Так постучи. Постучи еще. Посильнее. Борис Анатольевич. Борис Анатольевич. Вы меня слышите? Надо поскорее петь взломать. Они все никто. У него и проститутов нету, а мы бы все по-соседски разделили, все вещички разобрали бы. Надо, а то приедет милиция. Что вы такое говорите? Глупости всякие, вещички. Тут человек умер. Ему помочь надо. Мертвому при партии не помог. Тебе будем тащить через душу. Ой, пусть сохрани, батюшка. Отмолвился. С чего ты взяла, что он маялся? Жил, как все живут. Правда, вот эта манефа не давала ему житья. Да? Не ври. Не ври, водорак, шамазурик, стромет, не ври. Не ври. А не ты ли хотела его на себе женить? А не ты ли позавидовала, что он цветной телевизор себе купил? Нет, скажешь? Чё врёт? Чё врёт? Сломет! Сломет! Накажи его, разгради его, гром! Мамочка! Покойником запах. Я боюсь! Боюсь! Прекратите! Он ещё не успел начать разлагаться. Так вот там еще мужик в теле простоит. Тут я все провоняю. Что вы болтаете? Ну что тут такое болтаете? Вы думаете, что вы говорите? У меня же тут ребенок. Он же все видит, он же все слышит. Тоже мне такое говорите.
Так надо дверь-то взломать, а то придут сейчас печатают. Да, печатают, так печатают, потому что это называется выборочное состояние. Ну, когда нет родственников, мне рассказывали, был такой случай. Я и говорю, надо разделить все по-соседски, а то сейчас придут, попечатают. Ага, придут, приплывут. Вещи через комиссионку продадут, а 10% райисполком. У нас в ЖЭКе был такой случай. Какие деньги его будут кормить? У него же нет другого. Нам надо будет сброситься. 50 000. Как тебе не? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты ж должна ему 150 тысяч, а? Ты ж донимал у него на зимние сапоги. Нет, скажешь. Когда это? Как танк! Граждане! Граждане! Мальчика! Мальчика! Скажи! Скажи ему, что я все отдала! Не брала я у него ничего! Слышишь? Мальчика! Что ж ты молчишь? Скажи! Скажешь или нет? Скажешь? Даже в уши тебя бессовестной отвернулся. От мерзкой лыгуньи бессовестной. Бессовестные люди! Все вместе будем хранить. С почетом, с цветами, с подушечками. С подушечками, папушка. Ты что, завелся? Ты что, разошелся, заполошенный придурочник? У тебя откуда деньги, да? Ты что, Лев? Я тебя, дурака, спрашиваю. Ну? Я буду, если его не похоронят. Сейчас натворишь дело, потом я буду расклёвывать. Все, хватит коллег, вот тут ты мне сидишь. Все. О нет. И зачем я только с тобой живу? Ненормально, не знаю, всю жизнь я искалечил. Все.
Прекратите! Прекратите, как вам не стыдно! Идите к себе и разбирайтесь! Нас свои дела не путайте, как вам не стыдно! У меня ж тут ребенок, он же все видит, он же все слышит, как вам не стыдно! Иначе заткнись! Не с тобой разговаривай, за своим боком следи! Ну, полегче. А с тобой вот такой будет разговор. Все! Хватит, конец! Иди! Храни! Переправляйся на тот берег, иди! Храни, захорони, духу падла! А ты мне не срыв! Oh,
давайте веселиться, дети. Будет прекрасно и великолепно во всем белом свете. Будет мир и дружба между народами всех стран. Но ее, дорогой и любимой нашей Нины Николаевны, известной в народе как Монета, не будет стать в этом прекрасном дне. Всю свою сознательную жизнь прожила она очень и очень плохо. Не сделала добра никому. А только доброе дело сделала в своей жизни. Владимир Николаевич соседа своего опохмелила, но даже того же замечательного человека, замечательного и великолепного гражданина Владимира Николаевича, она ни раз и ни два в интимных беседах со своими ненавистными соседями называла не иначе, как Вовка Полька. И даже склоняла его в интимной беседе к тому, чтобы он перетаскал ее ненавистные травматы в Сараюшку. Она нагло издевалась, товарищи, на старинным русским недугом и так далее, и так далее, и так далее. Та-т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 а, сказал кочегар кочегару. Завинулся. А теперь, дорогие соседи, подойдите к телу покойной и сделайте все, что вы считаете нужным при прощании. Но прежде я расскажу вам, как умерла жена Мичурина. Она полезла на вишню за укропом. Оттуда упала дыня и убила ее. Боже, пусть уходчик поставить. Уйди от меня со своим спидом. А теперь, дорогие соседи, следующий номер нашей программы. Сообщаю вам следующее, хотя бы за это и попадет. От моей любимой и глубоко уважаемой жены Фаины Васильевны, прости, Фая. Блябуду больше не буду. Вчера в интимной беседе с нашим незабвенным соседом Борисом Анатольевичем я занял у него 15 000 рублей. Прости, Фая. И он сообщил мне на ухо, что как только ему пришла седина в голову, его тут же ударил бес в ребро. И он сообщил мне и показал билет на поезд в другой город на 11:40 вечера. Борис Анатольевич поехал в этот другой город для того, чтобы совокупиться там со своей любовницей. Вот так вот, дорогие соседи, остается невыясненным один только вопрос. Кто же вчера был выживший, а? Я или вы все, а? Помилиция. Ну, и что ты сразу не сказал вчера или хоть сегодня? Шуточки у тебя. Ну, не шуточки. Надо прямо сказать, не смешные, да-да, не смешные. У меня ж тут ребенок. Он же все видит, он же все слышит. Как не стыдно. Все в порядке, что ли? Да все в порядке, что ли? Что случилось-то? 150 тысяч отдать придется. Не отдам тебе что? Вот, вот. Вот, дорогие соседи, выяснилось-то, что все-таки должна жена ему деньги, а? Выяснилось. А еще отпиралась, знаешь, как это называется? Легкое поведение. Я бы даже сказал, мне легчайше, еще неизвестно, если бы он на самом деле умер. Заткните, разорвался тут японский бог! Вот так вам! В нос и в рот засуют этот алкалю! По правду маску! Клюшка сама! Легкое поведение! Вот ты кто! Еще отбиралась я! Москва и фигура самолета. Правильно!
чего надо? Сказали, да, сказали, что живой он, живой. Еще какой живой, к любовнице уехал. Какие люди на свете, без совести есть. Ужас. Вот что с ним говорят. Седина в голову, а без... Грибло. Он был на месте. Да тем более. Не уходит вода, а? Ну, жизнь подколодная. Жизнь прям как в сказке. Чем дольше, тем страшнее. Ах, какая он есть, если жизнь. Чего? Ах, испугался, когда сказали, что он с тобой тоже была. Хранить его не бедно. Да чего ради-то? Чего ж в огромный город прикидывать? Чего подшла-то работать? Ну, ты бы ведь и хранила. Ты же ведь набивал ему жены, не так сказать. Просто так, чтобы вместе, вместе были. Не так, скучно, где-то картать. И как того не шло, кто же меня сохранил. Как ты старался? А? Про чего? Да затарапал бы, по сердцу отслыхал, что он понял. Никто меня не обмоет. Никто не поплачет надо мной. Вот Борис Андреевич помрет от него футбол. Что не сделать? Что ты такой тяжелый? Я верю. Что это? А я? Thank you.
Я всю жизнь! Я всю жизнь рода народа! Местное время 14 часов. Время пить! Нелюдимо, ой, нелюдимо наш рой, шумит оно и день, и ночь, и ночь, и день, и снова ночь, и день, и день, и ночь. Нелюдимо наше море, и не ночь, и на ночь, за законником в законе, но по месту времено, про законником в законе. Вооружаются они сюда, вооружаются. Как они там живут? И там же из-за каждого угла стреляют, ведь из-за каждого.
как это нам подарить, я вот не понимаю. Удивляешься? Слава Богу, что у вас так много. А вот мне все равно. Будет война или нет? Мне лично. Вот если бы деньги были, а так... Так, я не боюсь за свою шкуру, если бы деньги. Ну, еще один заплакал. Еще скажи, что ты за воротник заливаешь, только лишь потому, что тебе бои на детей не нарожал. А ты как думал? Только из-за этого? Еще из-за чего? Знаешь, Владимир, что ты не обижайся, а я тебе так скажу. Книжка в газетах везде пишет, что любой алкаш свое пьянство оправдывает несчастьем в личной жизни. Да не способная она. Не способная, понял? Васька, а ну пошел отсюда. Давай, 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 кому сказал? Действия, все дела. Эх, если бы ты знал, какое это счастье иметь детей. Да, счастье, я знаю. У меня двое мальчиков. Как? Когда ты успел? Там, что ли, в этой, в Армянии, что ли? В горах, да? Слушай, почему гора? На равнине в горы. Если Армения вся в горах, да? Если Армения сразу чебурит. А ты что ты сидишь здесь? Почему ты туда едешь? Чего ждешь, Садик? Дим, я ее люблю. А ту жену не люблю. Слушай, у нас свободная страна. Хочу люблю, хочу не люблю. Да не вырви ты, Николай, не вырви, ну! Только бы тебе подумали, только это обкожились, ну, пусть выберут, пусть как, просто никто никогда не послушает. Вот вот так уже. Пусть выговорится. Говори, говори, говори. Мне было 17 лет, когда я увидел. В городском парке шли там. Было много девушек в белых платьях. Было выпускной вечер в школе. Но она была самая красивая. Самая белая. Самая лучшая. Я проводил ее до дома, она смеялась всю дорогу. В темноте я видел ее белое платье. Белое, белое. Я стал
заходите к ней каждый вечер, к ее дому, чтобы увидеть ее хотя бы издалека. Она смеялась тогда, она не замечала. Вокруг нее всегда было много молодых ребят. Так пролетело все лето. А я не сказал ей ни одного слова. Самого главного. Осенью я уходил в армию, меня побрили наголо. Я пришел к ней и сказал ей. Анвар Чиджан, милый, дорогой, я давно-давно люблю тебя, но не могла тебе сказать этого. Милый Анварчик, возвращайся быстрее домой, целый и невредимый. Я буду честно ждать тебя. Я ушел в армию. Я был шофером. Возил полковника на черной-черной Волге, ездил по городу, видел много-много красивых девушек в белых платьях. Они были так красивы, что к вечеру я не различал сигнал светофора, где красный, где зеленый, и возвращался в казарму совсем-совсем разбит. Так пролетели 2 года, я вернулся к своей любимой. Она ждала меня. Анварчик, я хочу, чтобы у нас с тобой были дети, и тогда мы с ней поженились, и у нас родились два мальчика. Почему? Одно дело набрал, другое дело придумал. Так красиво жизнь грязная. А хочется, чтобы было вот так. Красиво, чтобы было все. Я хочу, чтобы моя невестка играла на пианино. Я послушал отца, слушай, закон такой, да? Моя жена играла на пианино.
консерватории, а потом и в нашей свадьбе. Через год отец умер, я развелся с женой. Я ушел от нее. Ей важнее играть на пианино, чем жить со мной. А я хочу красивой, совместной жизни. Дима такой человек. Да. Вы ее совсем не знали. Она совсем хорошая. Она не такая. Она хорошая, она другая. Только не хочет иметь детей. А я ее сильно люблю. Не хочет иметь детей. От привыка, да. От привыка. Поэтому. Поэтому, да? Поэтому.
Аллочка, хватит тебе тут. Ну, быстренько в комнату, быстренько. Слушай, Дина Васильевна, я больше не могу молчать. Я тебе сейчас все при всех, не стесняясь никого. Хватит! Слышишь ты меня? О, ты чего это, Аллочка? Чего это с тобой? Ты черт нашел, что разговаривался, а? Если у нас не будет детей, я уеду, да. Пусть мне будет плохо без тебя. Пусть я буду умирать без тебя, да. Но я больше не могу. У всех дети, дети, а мы как эти. Правильно он тебе говорит. Правильно. Ты что, разорались? Ты что, перемен? Я сейчас быстро тебя в порядок приведу. Ну-ка. А давай помалкивай, помалкивай. Правильно он говорит. Помалкивай. Ты тоже! Почему меня опять? Почему? Я тебя очень люблю! Мамочка, не могу так жить! Сколько будет терпеть? Сколько ты можешь продолжаться? Я без тебя жить не могу, ну хватит! Давай машину купим! Давай квартиру купим! Давай, давай! Я хочу подсказывать меня на работе! Я чищу под 20-15 в день! Я же домой приехал, я его дом! У них халапута какая! Кому все это нужно? Зачем нам все это надо? А то приходит домой, как цыганскую хату заходит. У меня кончились силы. Я хочу, чтобы у нас с тобой были дети. Ну ты не вернаешь, так и проживем с тобой пусть от света или на свете. Thank you.
Аланис не сломал березы. Аланис было страшно. Да нет, не в прошлом году, позапрошлом, я помню. Не может быть и так, я уж не помню ничего. Все стало забывать, все. А кто ли березы сажал, тоже стало. Там уж сейчас. Туалет не будет так. Вот это как твою маму сажала. Я даже помню еще. Какая же я. У мамы на надежде с родительского дня не было. Надо будет, как вода спасет, сходить. Что так это? Я возьму здоровье. Я тоже скажу. Я очень уважала кроватную стену. Хорошая была женщина, разводящая. Там на могилке сидишь. Ну, что я, ясно. Да ладно, что ты меня с ней не дала.
Да. И Ванюшечка. Не говорю, вроде ничего не делал, я устала. А что если правда, что я сама девочка не это было здорово. Да не смеши меня, Фая, ну приехал бы, ну, сделал бы что-то для нас. А куда дальше-то? Мы-то куда? На небе смотри, цыганское солнце сходит. Куда? Я бы в магазин. Успею еще, может быть. У нас Идея Никандровна такая строгая, ну ужас. Как? Идея Никандровна, заведующая наш. А почему не Земфира Трофимовна? Чтобы фамилия была подходящая, вот это будет. Я бы спал. Хорошую смену работать не было. А мы бы в школу скоро сбегали. Как там Египта? Ужасно, ужасно. Дети дурачиваются, радуются, наверное, что учителей. Ужас, кошмар какой. Я за грибочками еду. Еще рано, еще поспел. Стойте, стойте, побежали. Как в горисполкомище успеем, а, дорогие сестры? Кто кричал, что горисполком, надо в горисполком, что ж хвост упал. Что же вы? Thank you.